У теперішній час інтернет є невід'ємною частиною нашого життя. Більш ніж 50% українців користуються всесвітньою мережею. Тому не дивно, що указ президента України Петра Порошенка щодо введення санкцій на використання російських інформаційних продуктів викликав обурення у деяких інтернет-користувачів. Тож ця заборона є безпекою країни чи обмеженням демократичних свобод? Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до такої заборони? Ну, отрицательно ставлюсь. По факту тянемся как бы к Европе, а сидим на месте, как мне кажется. И больше склоняемся, скорее всего, к России. То есть те же самые запрещенные, как и у них, и сайты, и телевидение. То есть, не знаю, скорее всего, даже уже ближе к Корейской Народной Республике. Очень положительно очень. Мы очень негативно к этому относимся, очень. На самом деле, но это просто бредово, на мой взгляд, можно обойти эту защиту. Уже VPN Opera, наверное, скачали все. Хочу передать президенту привет, спасибо за сложности, да, и за занимаемое место на телефоне теперь этим приложением. Отрицательно. Категорически нет. Очень отрицательно. Негативно, конечно. Отрицательно. Отрицательно, конечно. Я согласна с этим, позитивно, да. Скорее всего, негативно. Я отношусь позитивно, потому что ВК забирает много времени, все эти соцсети, и если их закроют, то будет лучше для всей молодежи. Негативно. Почему? Ну, зачем это делать? Что, больше нечем заняться? Почему?